Приятно, когда молодежь не подводит, и ученики продолжают эти замечательные традиции, которые я получил от моего отца, от Александра Александровича Прокофьева. Иногда даже использую какие-то слова, которые мне перешли по наследству, и все это использую для того, чтобы работать с молодежью. Сейчас очень интересный танцовщик из Испании, Серхио Берналь. Познакомились мы с ним на одном из вечеров, посвященных Майи Михайловны Плисецкой. Вот так как-то судьба управила, что последние 10 лет я делал вечера, посвященные Майе Михайловне. И так случилось, что 90-летие, которое она сама задумывала, она мне дозвонилась, попросила, чтобы мы это все проговорили. Все получилось, кроме того, что, к сожалению, она ушла раньше из жизни. Царствие небесное, но как бы продолжаем эту великую традицию великих мастеров. И вот этот номер, который сейчас вы увидите, Серхио станцевал на вечере, посвященном 90-летию Майи Плисецкой в Лондоне в прошлом году. Мне очень хотелось бы, чтобы вы его увидели сейчас здесь. Серхио Берналь. Thank you.
Серхио, браво. Thank you.